Друзья, всем ассалам алейкум. Я смотрю, меня заранее уже похоронили. Очень много звонков, переживают люди, и знакомые, и незнакомые пишут. Не успеваю всем ответить, к сожалению, но меня очень трогает это. Очень приятно, вы не представляете, сотни людей тревожатся. На самом деле, вы видите, у меня все нормально, все хорошо, поэтому нету причин для тревоги. Единственное, что печалит меня, вот в интернете развернулась какая-то каша. Люди там в комментариях оскорбляют друг друга. Я стал тоже невольной причиной вот этой розни. И поэтому хотел попросить всех сбить немного градус вот напряжения, да. И все идет, как говорится, своим чередом. Все отлично. Поэтому давайте не будем нападать друг на друга. Всем добра, салам алейкум.